Аукционы неслыханной щедрости продолжают проводить для мошенников югорчане. Только за минувшие выходные они добровольно отдали аферистам более 11 миллионов рублей. На удочку чаще всего попадались вартовчане, ханты-мансийцы и сургутяне. Так, пенсионерка из окружного центра захотела получить компенсацию за БАДы. В качестве страховки денежного перевода отправила мошенникам почти 370 тысяч рублей. Другая югорчанка мечтала разбогатеть. Для того, чтобы получить прибыль на валютной бирже, женщина сообщила неизвестным все свои персональные данные, реквизиты карты, перевела на различные счета более 500 000 рублей. Все, чем ее отблагодарили аферисты, это 4000 рублей. Как сообщает полиция Югры, резонансный случай произошел в Радужном. Молодая девушка пыталась спасти свои деньги от мошенников, но по их же указке в 20 транзакций отправила свыше 1 000 000 рублей. Причем большая часть средств была кредитной. Отмечу, югорчанка попалась в капкан, несмотря на то, что знала о схемах, которыми любят пользоваться аферисты.